Фракция КПРФ будет голосовать против плана работы на четвертый квартал Московской городской думы в связи с тем, что проекты законов депутатов фракции КПРФ в этот план работы не включены. Среди них все важные законопроекты. Но сейчас я вот впечатлением нахожусь в комментариях в интернете. Москвичи требуют привести градостроительный кодекс города Москвы в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. В градостроительном кодексе Российской Федерации не предусмотрено участие в публичных слушаниях работающих на данной территории. А в градостроительном кодексе города Москвы до сих пор предусмотрено. Таким образом, вы, господа, подставляете, а этот законопроект мной внесен. Он находится на сайте Московской городской думы, он зарегистрирован, о приведении в соответствие с федеральным законодательством. И таким образом вы подставляете строительные фирмы, поскольку все те проекты, которые были утверждены после принятия в градостроительном кодексе Российской Федерации позиции о том, что работающие не участвуют в публичных слушаниях, они недействительны. Надеюсь, не надо мне вам, таким умным, которые всех остальных собираются отправить в психушку, доказывать, что федеральное законодательство является главным, что в случае противоречия федерального и регионального законодательства выполняются федеральные нормы. Так что, господа, прошу начать работу в своих округах по отмене тех проектов, которые были согласованы, утверждены вразрез с федеральным законодательством. Фракция КПРФ будет голосовать против представленного плана работы Московской городской думы.